Приветствую вас, Артём. Ну, помимо того, что вы, я бы сказал, не совсем уверены в себе, да? Вот. Помимо того, что вы не уверены в себе, помимо того, что вы склонны к сомнениям и некоторым тревогам, некоторой тревожности, я думаю, что вы не задаете свой вопрос. То есть вы не задаете вопрос о том, так, а что делать, чтобы что? Здесь на самом деле такой комок стереотипов. Потому что, с одной стороны, не очень понятно, почему вы считаете, что если вам 18 лет и вы девственник, то вам нужно обязательно терять девственность. С другой стороны, не очень понятно, почему вас хотят отвезти в бордель, чтобы вы потеряли девственность. Для мужчины это не так важно и не столь существенно и значимо, как для женщины. Вот. Это такой момент. С другой стороны, сама идея с проститутками, опять же, если вам хочется, идите туда, куда хочется вам, идите к той, какой хочется вам, вот и все. То есть такое ощущение, что вы не можете вот своим друзьям, да, как-то вот, ну, адекватно донести то, что вам важно. Вот, не можете своим друзьям донести то, что ценно, вот. И именно вам то, что ценно. И не можете настоять на это. И эта история и получается. Тут, опять же, как я и сказал, речь идет о том, что вы не уверены в себе и что вот если над чем работать, да, то только надо такой уверенности. Надо уверенности в себе. Вот. Так что это главное, что я могу сказать вам. С другой стороны, если вы работаете над уверенностью, то и девушка у вас появится. С другой стороны, откуда стереотип, что секс только по любви? То есть, понимаете, вот у вас ну, как бы в этом проблема, на мой взгляд. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.